«Студенты и кровь» в День российского студенчества совместную акцию провели Мордовская станция переливания крови и студенты республики. В Татьянин день поделиться своей кровью пришли не только Татьяны, но десятки неравнодушных и активных молодых людей оставили свои послания, находящимся в трудной жизненной ситуации. Равиль и Александр в службе крови впервые. Их не испугала процедура заполнения анкеты документов, а врачи подтвердили, оба готовы стать донорами. По всем показателям студенты здоровы, и для них открыт путь в донорский клуб, который с каждым годом становится все больше. Да и время друзья выбрали подходящее. На станции как раз проходила акция студенчества по сбору крови. Мы вчера с другом решили вечером, спонтанно прямо, был, как бы сказать, перед сном прям. Пойдем, типа, попробуем сдать кровь. Как это вообще, узнать хотели, что за чувство. Ну и как бы людям помочь заодно. Ну, вдруг кому понадобится. И вот мы еще не пришли, и нам прям тут уже сказали, как бы, что сегодня, оказывается, день студента. И вот так вот мы попали сюда, как бы этот. Получилось так, что на праздник попали. Не знали даже. Я даже только сегодня утром по новостям узнал, что сегодня Татьянин день и день студента. Я буду приходить и также сдавать кровь. Вообще, конечно, студенты у нас очень активные. И стоит только, в общем-то, заикнуться о том, что будет какая-то акция, студенты друг по другу, уже в интернете, общаясь в социальных сетях, они уже информацию какую-то находят, советуются с нами, звонят нам, спрашивают, узнают, и с удовольствием приходят для того, чтобы помочь нуждающимся. Потому что именно кровь жизнерадостного студента, она помогает так, как должна помочь. Многочисленные желающие поделиться частью своей крови пришли из университета, института и колледжей. А добровольцы распространяют информацию внутри учебных заведений и в соцсетях. Дело даже не в «Дне Татьяны», а дело, наверное, в самой акции. То, что акция донорская, и всегда такие акции, которые направлены именно на помощь кому-то, они привлекают больше людей, чем нежели акции другой направленности. Ну, хотя я не могу сказать то, что для молодежи, например, интересны флешмобы, интересны какие-то там массовые акции. Но вот акция крови, она как раз для студентов скорее интереснее прийти, сдать, тем более, которые ребята не первый раз уже это делают. В основном ребята это сдают, которые уже периодически кровь. Вот. Сегодня они здесь, и вот они откликнулись на нашу акцию. Мы также вот размещали как раз объявление в соцсетях. Наши сотрудники организуют уже не первый год данную акцию. Сотрудники отдела развития волонтерского движения. Совместно с общественной организацией «Волонтеры Мордовии», «Союз добровольцев России», «Общественная молодежная палата». То есть сегодня мы здесь все вот ради вот этого благого дела. В постоянный банк станции переливания крови после этой акции поступило несколько десятков литров важной и нужной крови. Студенты обещают сдавать ее и без акций. Хотя в День Татьяны желающих помочь ежегодно становится все больше. Наталья Тюрина, Андрей Просвиркин. Наши новости.